Доброго вечерочка вам, ребята. Попрятались птицы, дождик идет. И вишня наша расцвела. Ну, правда, не вся. Ну, может, успела какая-нибудь пчелка залететь. Да, Лешка? На одну вишенку. Попробовать. На одну вишенку. Как хорошо, что здесь дождик не капает, да? Такой поднавесик. Классный. Идет дождик. Ну, это и хорошо. Я же торопилась, спешила, чтобы мне все посеять, посадить. Правда, фасольку еще не всю кинула. Это ладно. Одну посадила, будет, пораньше вылезет. Вот. А та попозже вылезет. А тихо как. Даже птицы не поют. Спрятались. Не получилось у нас доделать грядку эту. Ну ладно, отдохнем. Вот есть повод отдохнуть со спокойной душой. Вот, хотя душа неспокойная. Неспокойная. Ну ладно. А вон у меня чесночок, видите какой? Это вот который я сеяла из головок этих вот. Здесь вот только кусочек рядочка зашел и все. А там что-то. Так что так. Сегодня посеяла кукушка. Сегодня посеяла огурцы, тыкву и кабачки. Хочу их там посадить. Тыкву. Тыкву там посажу. Вот где качеля стоит. Ближе сюда. Вот тут вот. Солнышко спряталось. Да лишь бы не похолодало. Ну вроде так температура стоит по прогнозу 17-18. Ну так, нормальненько. Да. Вон цветет вишенка, видите? Не вся еще расцвела. Ну ладно. Так, а что тут? Тут надо еще пару раз пройти с тяпкой. Что-то завяло вон, что-то нет. Ну ладно, ну ладно. Пройду. Спряталась. Спряталась в тепличку. Ой, а чё же сегодня... Не спросила эти вот гербициды побрызгать вот эту вот траву. В следующий раз. Смотрю, хочу заказать семена. Сегодня спрашивала семена клубники. Нет у нас семян клубники. А я хочу посеять, чтобы осенью посадить на новую грядку. Вот. В принципе, можно и сейчас же, да, купить вот рассадой и посадить. Рассадой, наверное, будет надежней. Посадить, а потом пересадить на новую грядку. Сейчас же вот продают эти кустики. Разные всякие там клубничные. Кто может посоветует хороший сорт? Хочу без усов.
Ну, всю, наверное, не получится без усов, потому что без усов она вся, по-моему, идет ремонтантная. Что, вышла? Да, прогуляться? Иди свои дела быстренько поделай, давай. Давай. Вот, а мне хочется такую вот, чтобы была ранняя и среднеспелая, и, может быть, поздняя и ремонтантная. А, так много хочу. Ну, а что? Иди, 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 Лиля, иди погуляй, давай. Ладно, ребята, сейчас выгуляю Лилю, да пойду домой. Лёшечек, иди поздороваемся, Лёшек. Ой, у нас тут темно, как у негра, да? Здравствуйте, ребята, девчонки. Здравствуйте, ребята и девчонки. Это думает, что кто-то пришел, и мы здороваемся. К доброму утру они уже привыкли, а вот здравствуйте, да, это уже настораживает. Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день. У нас день, потому что мы сегодня с утра уже устали, да, Лешек? Ну да, как в песне, только встали, но устали. С утра шуршим потихонечку, ну так, я погладила, Лёшек навёл там порядок в гардеробе, ну не то, что прям в гардеробе, а там у нас наверху была полка с такими чашками, стаканчиками, вот что для серванта, серванта-то у нас нет, поставить некуда, вот, и там все стоит, а нам надо освобождать место, потому что в кладовке у нас гардероб, и там постельное лежит, полотенца лежат, все надо перекочевать сюда в новый гардероб. Вот, Лешек занимался. Чем ты еще занимался, Лешек? В интернете сидел. В интернете сидел. У меня там процесс вон идет последний раз в этом году. Пока. Вот. Что? Все, покажи, покажи. А я куря насыпал сейчас, пойдем смотреть. Я, у меня брашка была на чисто на пшенице. То есть без грамма дрожжей. Вообще дрожжей не было, только пшеница. Вот. А сейчас вот она, ну как, брашка-то вот перегоняется, да. А пшеница осталась бесхозная. Не, если бы кому надо было, я бы отдала, потому что на ней можно вот заквашивать самогон, то залила сладкой водички, вот как надо, и все, и пускай там это бродит. Ну, а кому отдать? Кому отдать? У ребят свое там есть, наших, а так больше некому. Да и ладно, курам по чуть-чуть. Куры будут бухие. Ну, только по чуть-чуть, Лешек, отдавай. Да? Так, чтоб под легким шафе, может, лучше нестись начнут. А? Ой, у нас прям темно. Прям темнотище. Что там? Какие новости, Лешек? Половина коньяка хорошего. Эконом класса. Что? Ерунда. Ерунда. И такой тоже. А, рассаду вам все я ерунда. Давно показывала, да, свою. Вот, гляньте. Ну, неплохая рассада. Хорошая. Гляньте, ножки толстенькие такие вот. Вот, перчики вон. Прям такие вот темно-зеленые, да, видите? Нижние это листочки семидольные вот отпадают уже. Пора высаживать. Это вот веселые ребята такие уже большие. Это вот трава вот эта, которая, ой, забыла, как она называется, на камыш, которая похожа. Попасная трава. О.
Дождь у нас, ребята, сегодня. Ну так, то пойдет, то успокоится. Ну, на улице ничего не дает делать. Ну ладно, мы в доме нашли себе занятие. На улице делать нечего. Да, потому что мокро, сыро, дождь. Вот так. Поэтому будем заниматься в доме делами. Может, банки сейчас даже перенесем, переставим. Ну, посмотрим. Угу. Да. Чего хочешь? Лёшек, ты где? Спустился? Чего хочешь? А, выглянул из интернета, да? Выглянул в окошко. Что хочу? Ну, банки же надо убирать с полок. Надо. Кладовку освобождать. Надо. Да. Потому что время идет, а скоро-скоро уже. Да, не даю Лешику посидеть. Не даю. Ну, а что делать? Надо готовиться. Потому что потом жареный петух клюнет в одно место. И будем бегать. Как угорелая, как ошпаренная. Что, Лилюша? Ой, ну хорошо, я хоть перегладила с утра сегодня все. Все сложила, порядок. Да? А то лежало белье здесь у меня сколько? 3 дня лежало. Ну, потому что на грядках были. То в город, то на грядке. Не до белья было, да? Лилюш, эй, девчуля моя. Девчуля моя. Ай, ты вылеглась. Вылеглась, да? Ай ты. А, свет я не выключила, да? Там темно. Так, ладно. А что ты там будешь в гараже? Кокосы можно. А, ты хочешь банки в гараж? Ну, а что, варенье? А что ты в шкаф не хочешь? Какой? Сюда, где книжки. А туда что-нибудь другое поставим. Что другое? Что, банок мало? А, не влезут, да, туда? Ну, нет, конечно, пишу. Ну, пойди, освободи. Там полка длинная. Варенье не прокиснет, я думаю, нет? Да нет, ну, не прокиснет. Что там стоит? Ну, пускай. Пускай стоят. Ладно. Вот, ребята, сколько надо всего выносить. Вот поназакрывала в прошлом году. Куда столько? Ну, я же думала, дети заберут. Думала, они съедят. Вон. Кстати, спрашивали, где у вас хранится хлеб? Вот, в кладовке. Потому что здесь у нас... Сколько у нас здесь градусов? 7 градусов, вот. Ну что, Алешенька? Ну что, готово? Приступим? Давай, давай. Да? Посыпай. Да. Вон сколько всего. А, во. Да, это варенье. Много, это варенье. Все варенье. Вот много. Это. Маленькие баночки. Тут еще сколько всего. Ага. Куда огурцы вот эти ставить? 3-литровые. Туда. Куда? В книжке? Куда? В книжке? А? Ну, куда-нибудь туда. О, ладно, сейчас разберемся. Вот это прокиснет, может, да, тоже? Нет, почему? Нет, не прокиснет. Тоже тогда. Ребят, гляньте, что я нашла в кладовке. Это штолен. Это штолен. А вы знаете, какой он вкусный? Обалденный. Чуть суховат такой. Ну, это я так кривлю душой. Конечно, не чуть суховат, но и не сухой совсем.
На вкусный. Полгода лежит. Вот это выпечка, да? Ой, я его с кофе попью, поем. Что ли, может храниться очень долго? Потому что в нем и алкоголь, он запечатан маслом и сахарной пудрой. Ну, тут вот уже, конечно, распечатан, но он пропитан алкоголем. Поэтому живой, так скажем. Ну, полуживой уже. Но вкусный. Что, вам нельзя такое? Вы можете отравиться. Да. Я не отравлюсь, а вы можете. Хочешь? На, ты же не будешь. Будешь? На. Как же одной дала, этой не дала? Как же так? На тебе маленький кусочек. На. Все. Вкусно? Лиля ест. Не, я, ребята, не обманываю. На самом деле вкусно. Скажи, Лиль. Да? Лиля абы что есть не будет. Она у нас такая девочка. Да. Это Лиска может сожрать все, что угодно. Она у нас вечно голодная, потому что она на диете. А Лиля перебирает харчами. Вкусно. Да? Да. Ну, хватит, я боюсь вам давать это. Не надо, хватит. Немножко красоты вам в видео. Завтра обещают солнышко нам. Завтра будет солнышко. Вот и хорошо. Вон там у нас дорога. Иногда доносится шум, когда едут большие грузы. Вот. А так тихо. Как холодно стало, ребят. Холодно. Сливки расцветают. Сколько там? А, ну конечно, 9 градусов, да? Да. Так, где мой Лёшек? Он же, а, он пошел гараж закрывать. У меня остался еще замоченный горох. Вот, но я его, думаю, еще посажу. Вот здесь, когда грядку обработаем, вот. Ой, эта рама может пригодиться куда-нибудь. Ой, классно. Оставь ее, Лешек, не выбрасывай. Ну а что, классная рама, глянь. Из окна. Это окно отпиленное. Не, куда-нибудь в сарай вот так вот вставить. Да? Да мало ли, деревня. Жалко выбрасывать. Так, что там наши курочки? Не пьяные? Не пьяные курены. Девки, нормальные? Нормальные.
Бегаю. Нормально чувствую? Да, нормально. Ну вон иди сейчас и пани. Вон он стоит. Лиза, не ходи туда, там грязно. Не ходи, не пускай ее сюда. Пойдемте. Цыпа-цыпа. Мои цыпы-цыпули. Педро, зови. Брашкой пахнет. Ты яйца не забирал, Лёшик? А моросит что-то. Вот так вот посмотришь на этот, на сарай. Вот так вот что-то. Что-то моросит такая. Прячка. Так, белоснежки. Прищепка. Вот там не так интересно. Идите туда. Кыш. Кыш. Вот уже лопухи вон лезут какие. Вот это вот камни, ребят. Вот их сколько у меня. И там еще есть. Вот там за этим, за сараем, там лежат 2 или 3 камня. Вот такие. И будет у меня альпийская горка. Ла-ла-ла. О! О, вот они. Тепленькие такие. В этом году белеть не буду. А как вон там вытерли потолок крыльями. Когда взлетают, наверное, машут крыльями. А эти дощечки, гляньте, аж блестит. Так отполировали ножками. Ну что вы, девочки, не пьяные? Да нет, нормальные они. Что-то какие-то свои разборки у них там по-своему. Друг дружку клюют, гоняют. Ну вы уже наелись, да, от пуза. Ладно. О! Что это? Действует этот на вас, что ли? Алкоголь? Курёны. О, подняли. Эти, дождик прошел. И вот эти вот подняли ушки. Рудбеке моя. Подняла ушки. Он как торчит. Хорошо. Отлично. Лилюш, ты куда? Лилюшка. Пойдем. Пойдем домой. Пойдем. Лешек, я тебе говорила? Не говорила. Хочу вот здесь вот, вот эти розы посредине, которые пересадить. А туда вот эти камни, которые там.
и сделать такую альпийскую горку. Вот там, вон, большие. Возле это сарая у курей. Вот. И а, вот сделать такая. Вон, да. Ну. Буду таскать. Таскать. А что? Я их буду катать. Хочу. Что? Да, хочу сделать такую горку альпийскую. Вон там, на которой будут цветочки расти. Знаешь? Так красиво будет в камнях. Будет классно. О, все, банда сбоя, все. Банда тут вся. Боже, дрожит как. Спасибо. Ой. Варя, брось. Пойдем домой. Варя, домой. Брось, давай. Дай пройти. Варюшка, все, иди, давай. Вот так. Постригли, теперь холодно ребенку. Надо кофту надевать.